Акция «Чемодан чепухи. Превратим в коробочку радости» в Сарове проходит в рамках благотворительного марафона «Город единства непохожих» второй раз. Инициаторами выступили воспитанники клуба общения для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Лотос». В проекте могут принять участие все желающие. У каждого из нас дома или в офисе есть приятные мелочи, да, которые вроде бы жалко выкинуть, но уже и пыль собирают, и уже и поставить-то некуда, и хранить негде. Вот мы решили дать таким вещам вторую жизнь. Принести в молодежный центр можно магнитики, брелоки, прихватки, рамки для фотографий, сувениры, статуэтки, декоративные поделки и многое другое. Главное, чтобы все вещи были чистыми и не поломанными. Благодаря этой акции каждый желающий может стать как раз активным участником большого нашего проекта, да, благотворительный марафон «Город единства непохожих». Тем самым внести свой вклад, поддержать одаренных молодых людей-инвалидов, потому что одна из задач благотворительного марафона – это как раз сбор средств в поддержку одаренных молодых людей-инвалидов. Любой желающий может прийти, что-то выбрать за чисто символическую плату, ну и забрать понравившийся сувенир себе на память. Средства, вырученные от акции, пойдут на издание первого в Сарове литературно-поэтического сборника одаренных молодых людей-инвалидов. Принести вещи можно в молодежный центр с 8:30 до 17:30 в кабинет 218 до конца октября. Более подробную информацию можно получить по телефону 99-118. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.